Крестьяне целый день могли слышать артиллерийские залпы и разрывы артиллерийских снарядов. И вот сейчас военкоры Новороссии ТВ выехали, чтобы все увидеть собственными глазами. Мы находимся на территории Донецкой областной психбольницы. Именно сюда прилетел один из снарядов, выпущенных из РСЗО «Град». По имеющейся воронке можно определить примерное направление, откуда он прилетел. Можно увидеть, что, скорее всего, это были Пески. А именно там находятся позиции вооруженных сил Украины. Осколки от града напрочь перерубили ствол этого дерева. Можно только догадываться, что было бы человеком, оказавшимся, не дай бог, возле него во время разрыва. А вон дерево синее. Его дерево. Второй снаряд из этого же залпа града попал в здание кафедры психиатрии. Как видим, выбиты окна, срублено дерево, находящееся рядом. Но, слава богу, люди не пострадали, поскольку в здании на момент попадания никого не было. Это одно попадание или еще было? Откуда же мы знали? Мы приехали, нам сообщили. Нет, попаданий несколько. Попадания манипуляционные туда, манипуляционные туда. Если поснимать вот хотите, вот если по дороге идти, как к воротам, с правой стороны будет ворота. Но хоть никто не пострадал. Здесь никого не было, слава богу. Ну, с пола хотя бы убрать. Ну, давай, соберись. Да, ты понимаешь, я потом не разберусь. Вот, Данил, я же потом не разберусь, что он к чему. В общем, что ж делает Порошенко и Яценюк, а? Значит, это фашисты. Значит, показывали видеоролик мост Донецк-Киев вчера. Типа примирение. Как можно помириться? Как можно помириться, как если можно... детское отделение разбили? Больница. Больница. Для убогих больница. И они бьют специально. Это фашисты, наверное. Ребята, вот сюда, вот так вот. Вот. По дорожке это как раз. Там. Фашисты так не делали, детей не уничтожали в полевую. Это вот третий снаряд из того же залпа. Направление этого снаряда, думаю, не нужно говорить откуда. Все те же Пески. Помимо областной психбольницы, подарки от украинской артиллерии для дончан пришлись по Петровскому району, Куйбышевскому, Кировскому. Пострадала шахта «Засядька», ее восточный ствол. Там есть жертвы, раненые. Пострадали живые дома.